Привіт, Україно! Абзац повернувся. Сьогодні буде багато цікавого, і ми розпочинаємо. Другий день, як у Львові працює нова поліція. І вже вляпалися в аварію і побили машину. Ну а ще вночі затримали водія у нетверезому стані. Чи вчаться львівські патрульні на помилках столичних? Аня Аліцька влаштувала їм іспит абзац у Львові. Хто круче? Чем отличается полиция Львова от киевской? У нас немає краля, не краля. Ви бачили в Києві депутат, не депутат. Вичислю главную конкурентку секс-символа киевской полиции. Прес мене без питання може хоч сто раз. Так, так. Абсолютно. И лично проведу львовским копам тест на знание закона о полиции. Чтобы все успеть, я рванула во Львов еще до полицейской присяги. В культурной столице был очень высокий конкурс в полицию. 30 человек на место. И тем не менее, 10% от всех копов оказались бывшими милиционерами. Как так? У нас у Львові реально величезна кількість попало старої системи. І вже от в Фейсбуці, в соціальних мережах львів'яни пишуть, як такі люди могли пройти конкурс, як вони могли пройти співбесіду. Интересно, а что об этом думают те милиционеры, которые вот уже 1 сентября окажутся не у дел? Не буду давать интервью. А что, вам заборонено говорить, чи что? Чи у вас нема настрою просто? Просто нема настрою. Куди ви підете після ГАІ? Без коментарів. Я вам нічого не можу пояснити. Чого? Чого? Це я такі ревнощі чи що? Ні. Ну, ви в поліцію не здавали документи, ні, не пробувались? Ні. А все, кто пошел, пафосно приняли присягу. Был и премьер-министр Яценюк, и главный милиционер Аваков, и крестная мама украинской полиции Екас Гуладзе. На главной площади у Львовской ратуши собралось 405 копов, но в течение месяца к ним потянутся еще 200. Интересно, кто из этих ребят из старых милиционеров? Хлопці, хто з колишньої міліції? Навіть хто з колишньої міліції – це добропорядні люди, які себе не заплямували. Якщо наші бивші сотрудники пройшли тут же сложний відбор і пройшли всі тести, якщо вони пройшли то же саме обучення, то же саму оцінку психологів, тактиків, инструкторов и, самое главное, курсантов, они уже новые. Вот из большого количества полисменов мы наконец-то нашли одного бывшего милиционера. Как вы решили пойти в полицию? Кто вас так, ну, підштовхнув саме в це? Бо я знаю, что дуже конкуруючий це табор. Я просто дуже давно чекав тих змін і побачив, коли прийшов в міліцію, побачив, що зміни, ну, реально вони, ну, немає їх як фактично, як таких. І після того я вирішив таки подати анкету на, ну, пройти конкурс, конкурсний відбір, пройшов всі етапи. Чтобы пройти собеседование в полицию, Анатолию пришлось отпроситься с работы в милиции. Не думал, что співбесіду пройду, бо я прийшов в формі. Ну, ніякого упередженого ставлення. Яке у вас було запитання до цього? Дуже маленьке. 3000 гривень чи менше? Менше, набагато. Близько 2. Я в шоці. Чи брали ви взятки? Ні, чесно, ні. Що протягом всієї роботи в міліції ви жодного разу не брали взятки? Жодного разу. Я не повірю. Чесно. Ну, хоча б трішечки 20 гривень. Ну, если так, то он заслужил солидную прибавку к зарплате. А вот, кстати, и девочки полицейские. Во львовской полиции их около сотни, и большинство из них – блондинки. Девушки учли опыт киевских коллег и заблаговременно удаляют свои компрометирующие фото с социальных сетей прямо перед принятием присяги. Подготовку селфи в рамках. Нет. Я у вас фотографии в купальниках? Уже немає. Но неужели никто не затмит стальные кубики секс-символа киевской полиции Людмилы Милевич? Утонченная, грациозная, открытая. В первых рядах львовской полиции тянет подбородок капрал Ирина Кульчицкая. Ирина – невеста погибшего под Славянском героя Украины генерала Кульчицкого. Она не только прошла все этапы жесткого отбора, но и завоевала должность заместителя командира батальона. Вы станете зіркою, я впевнена, всей полиции. Чи готовы вы до цього? Так, я не мала на меті ставати якоюсь зіркою поліції. Я просто хочу якісно і добре виконувати свою роботу. Я займаюся спортом. Скільки качаєте прес зранку? Прес в мене без питання, може хоч сто раз. Так.
Так плоско у вас живи, так? Абсолютно. И это несмотря на то, что она уже воспитывает 3-летнего сына. Кстати, дети, семьи – то, чем еще отличаются львовские полицейские от киевских. В столице они – эдакий батальон женихов и невест. А тут – большинство семейных. Я заручена. Дружина 10 років. Це ваша дочка? Так. А скільки років? І командир львовской полиции 26-летний Юрий Зазуля – не исключение. Буквально за месяц до своего назначения женился на молодой журналистке Ксения. Юрия заметили после того, как за время работы полицейским в Киеве составил админпротокол на депутата Сергея Мельничука и вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Досвід в Києві нам показав, що наша робота може бути надзвичайно ефективною. Но как только успешный полицейский приехал на новую работу во Львов, его обокрали. Вытянули из автомобиля 2 ноутбука. Я думаю, что это была остальная крадежка во Львове. А еще он прозвучал в российских СМИ. После назначения во главу львовской полиции те усмотрели в нем Гитлера. Вы сейчас стали такой зиркой, можно сказать, интернета. Даже в России очень много про вас говорили. Чи вы это читали? Стосовно там читания интернета, честно говоря, я сюда приехал 3 дня тому, у меня часу не было. Да ладно. Ну, а я со звездой селфи сделаю на память. А теперь проверю, насколько львовские копы готовы к патрулированию. Крестная мама в них очень даже верит. Достаточно много проблем возникало в киевской полиции. Учитывала ли это львовская полиция? Задержание там бездомных. Нам удалось выстроить систему, где вот такие инциденты не могут скрываться. Что она сразу становится публичным. И сразу это дает нам инструмент на него реагировать. Все участники вот этих 2 инцидентов, о которых вы говорите, уже уволены. Я этим горжусь. Майже кожен день ми переглядали, які помилки аналізували. Помогали львовським копам в тренуваннях вот эти массивные растатуированные мужчины. Настоящие полисмены из Канады. Интересно, чему такие могут научить? This is gun and then arrest me, please. Then, somebody got a set of handcuffs? И у кого-то есть наручники? Дайте наручники, но нужно арестовать. My hands would go up. Yes. And then I would try to move. And I would grab that gun. Yes. And then I would move it towards you. And then? And then, like this, okay? Вот теперь, почувствовав на своей шкуре, как заламывают бандитов, иду тестировать львовских копов. Пока теория. У меня это вогнепальная зброя. Нейтрализуйте, будь ласка, и я ее просто наставила на вас. Если вы наставили, то значит мы отходим от них. Так. Но лучше убьем. Скільки в наручниках має триматися людина? 2 години. А потім? Послаблювати. До 2 години. А якщо після 2 годин? Потрібно послаблювати. В якому випадку ви можете конфісковувати телекамеру журналістів? Має такого права. Ми співпрацюємо з журналістами і нейтралізовувати камеру журналістів ми не будемо. Якщо вона заважає моїм службам обов'язкам. Їде депутат і вам надає корочку недоторканості. Недоторканність не даємо права порушувати правила дорожнього руху. А якщо якась там, не знаю, відома краля припаркується десь на пішохідному переході? У нас немає краля, не краля. Ви бачили в Києві депутат, не депутат. Всі однакові, всі рівні перед законом. А правила дорожнього руху, коли порушує полісмен? Полісмен не порушує. Вони можуть відступати від правил дорожнього руху, коли виникає це в зв'язку з службовою необхідністю. Клас, ви дуже підготовлений. Я вам вдячна. Клас, молодці. Но это была голая теория, и полицейские меня порадовали. А следующая моя проверка будет, ну, очень практичная и очень скоро. Так что, ребятки, соберитесь. Ну, якщо ви поділяєте мій особистий дівочий захват від нової патрульної поліції, принаймні у столиці, то це точно ще один привід приїхати до Львова, до туристичного Львова. І от щойно склали присягу поліцейські і в Одесі. Їх особисто привітав президент Петро Порошенко і застеріг від спокуси хабарів. Мовляв, мають триматися на висоті, адже конкурс на місце патрульного був, як у ліпші часи, мореходки. Нова патрульна поліція ще запрацює в Ужгороді, Харкові та Дніпропетровську. Ми про це обов'язково ще вам розкажемо. І, на жаль, сумний свіжак. Жителі Бучі під Києвом у паніці. Там палають склади промислового підприємства. За словами містян, воно виробляло акрилові ванни. Спалахнуло ще вдень. Величезний стовп чорного диму видно за кілька кілометрів. Вогонь охопив приміщення, де зберігають лаки, фарби та інші займисті речовини. Ну, тобто все дуже.
дуже токсична. На місці працюють 7 пожежних бригад. Чи є постраждалі, поки що невідомо. Місцеві ж кажуть, вже навіть чули вибухи. В соцмережах люди попереджають одне одного, зачиняйте усі вікна. Ну, і туди, звичайно, поїхав наш хоробрий Максим Узол. Так що завтра обов'язково дочекайтеся його матеріалу. А Узолу реально не щастить на такі сюжети, так? Бо він хоробрий. Сьогодні о 19-й прем'єра нового сезону програми «Аферисти в сітях». Під час підготовки проєкту Олена Кристіна Лебідь мала 300 побачень. Якщо ви якимось дивом, хоча я в це в жодному разі не повірю, не бачили ніколи програму «Аферисти в сітях» на новому каналі, то ви можете подумати, що у дівчини, в якої було 300 побачень. Це за останній рік? Чи за життя? Що вона абсолютно щаслива жінка. Але мова йде про побачення небезпечні і ризиковані. Були і екстрасенси, і парфумери, і навіть вбочинці. Чого чекати від нових серій «Аферистів в сітях»? І чому Крістіну уже переслідують здоровані, дізнався наш Саша Джусупов. Я иду домой в 12:30 ночи с работы, супермаркета, с пакетиком, и понимаю, что вот из машины выходят два амбала и просто идут мне на перерез. Без вариантов. Именно ко мне. Решив вылавливать аферистов из интернета, ведущая программы «Аферисты в сетях» предполагала, что ей могут и мстить. Я понимаю, что мы как раз на работе монтировали сюжет про псевдодепутата, которого мы как раз уличили. И я думаю, мало ли, дружки, братья, кто угодно. Они подходят, я как бы... Быстро соображаю, поможет ли мне в самозащите килограмм сосисок в пакете. Нависают вот реально двухметровых два таких нормальных мальчика с лицом утюг и то приветливей. С другой стороны, и аферисты не знали, что и на них начнется охота на живца. Главное – выманить их навстречу. Приготовься, он идет к корту. Привет. Привет, Сатик. Привет. Привет. Кто, в принципе, попадает вот в подобные схемы? Да? Кто вляпывается, скажем? Да все могут вляпаться. А знаешь почему? Потому что аферисты делают так, что ты не понимаешь, что ты уже вляпался. Вот есть два вида аферистов. Аферисты, которые работают по схеме «давим на жалость». Мне просто колеса нужны просто позарез, у малого операция. Доктор сказал, если что, нужно будет за лекарствами. И аферисты, которые работают на схеме «давим на шару». И съездим к Сандалу. Выберем тебе шубочку и поедем куда-нибудь там. Кино, шмино, вот это домино. Именно об этом новые серии «Аферистов в сетях», которые стартуют сегодня. А спорим на 100 баксов, что ты не пропустишь премьеру в 19:00? На 100 баксов. Вот прямо сейчас ты хоть готова поспорить. Ага. Ой. И я узнал, что в новых сериях программы все будет еще неожиданней. Ты знаешь, мне очень запомнился случай, когда мне написала девушка с предложением: «Хочу проверить своего парня, у нас скоро свадьба». Я увидела, что у него на ноутбуке открыт сайт знакомств. Соблазните его. Я понимаю, что я прикинулась с теннисом. Ой. Тренером по теннису. Ты взялась за это? Я взялась за это, она очень просто просила. Как оказалось, в сетях аферисты ищут в первую очередь доверчивых девушек. Обставляют все красиво. Я понимаю, что ты женщина моей мечты. Я хочу, чтобы мы смотрели с тобой вечерами фильмы романтические. Поэтому я тебе даю домашний кинотеатр, потому что ты идеал. Она такая вся. Жулики эти еще, они и пикаперы, да? Они и пикаперы, они прекрасные знатоки психологии, они знают, на что надо бить, чтобы пошло все по их плану. По-другому они вообще не работают. Если не по их плану, пока. Так вот это было со мной. Клюнул на мою анкету блондинки такой, хочу тебе подарить домашний кинотеатр, и напросился ко мне домой. То, что в итоге произошло в квартире... А что произошло? Что такое? Но пока аферисты из сетей думают, что они рулят процессом, процессом рулит команда программы «Аферисты в сетях». А можно я тебя домой пройду? Крис, соглашайся, тут что-то не то. Выйди пока в туалет. Только я скажу в дамскую комнату, и мы можем уходить. Конечно, чтобы вычислить схемы аферистов, Кристине приходится все прочувствовать на собственной шкуре, на личных встречах с ними. Магазинчик недалеко от леса, пока едем, снимай трусы. Что? Я говорю, подъедем, будем колбасы.
Чем закончилось? А нетушки! А что мы снимали новый сезон, чтобы я тебе сейчас все взяла и рассказала? Блин! Зато мне удалось выведать, чем все-таки закончилась история с амбалами, которые поджидали Кристину после работы под домом. Два амбала и просто идут мне наперерез. И они мне типа, а Витя, где? Я как бы думаю, что бы ответить, чтобы по морде же не получить. И тут товарищ переуточняет, ну это же улица такая-то. И я просто начинаю ржать. Я понимаю, что это соседняя улица, там тоже частный сектор. Говорит, ну ты жена Вити, это же такая-то улица. Я говорю, ребята, Витя, привет. Спасибо, вы промахнулись. Я посидела, вы промахнулись, но Витя живет там. Но я понял, что когда команда в процессе, им точно не до шуток. Ведь вылавливать аферистов в сетях – это вам не шутки. А вот кто попался им в сети, смотрите уже сегодня. Сегодня ты не дышишь, не ходишь в туалет, не ешь. Ты сидишь весь день возле телевизора, чтобы в 19 не пропустить аферистов в сетях. Окей. Попкорн. Разрешаю. Есть. Точка. І крапку поставили у судовій справі проти українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка. Це зробили сьогодні. Вони вислухали вирок суду в Ростові. Сенцову дали 20 років колонії суворого режиму, а Кольченкові – 10. Начебто за підготовку терактів у Криму. Хлопців затримали, нагадаю, на півострові минулої весни. ФСБ фактично викрали їх. І відправили до Москви. Правозахисні організації вважають українців політичними в'язнями, ну а справу сфабрикованою. Після оголошення вироку Сенцов і Кольченко заспівали гімн України. Петро Порошенко уже засудив російську ухвалу, а в українському МЗС вирок просто назвали пародією на правосуддя. До речі, в мережі українці теж дуже різко засуджують цей вирок, і, власне, ця новина обговорюється з обіду. І переважна більшість, ну, наскільки я бачила в своїй стрічці новин, сподівається, що його скасують. А ти як думаєш? Я думаю, вся Україна сподівається, що його скасують. Ну, а Росія тим часом продовжує свою інформаційну війну. Після вилучення з українського простору російських каналів пропаганда перекинулася нарешті на книжки нарешті? І інтернет. Твої жарти зараз... ніяк не можуть до них звикнути, пробач. Волкова, тобі привіт. Ну а наша влада знайшла уже близько сотні екземплярів антиукраїнської макулатури і додала їх у чорний список. Чи можна придбати так звані бестселери «Київ капут» або «Код Путіна»? І що з ними робити, уже знає наша Алінка Мисечко. Обглодані снігурі. Маленьким деткам в 3-4 класі учителя предлагають на уроці природоведення кормити синічок, тому що вони жовто-сині, українські птиці, і всячески избегать підтримки, а ще краще охотитися на снігирей, тому що снігирі – це птиця, символізуюча клятву Росію. Канібалізм, консерви з європейських незайманок, малюк-розвідник, візитка Яроша, заборона Діда Мороза. Вони починають працювати з дітьми уже з 3-4-літніми, розумієш, внушає їм, що вже немає Деда Мороза. У нас тепер буде Святой Николай. Відміна 9 травня і призначення замість нього гей-параду. І навіть 58 видів геїв в Україні. 14 февраля сайт Facebook опублікував список цього сексуального разнообразия. 58 видів геїв! 58 видів! Шедеврами Росія пишається вже рік. Але креатив не дрімає, і цього разу сусіди лякають нас книгами. Україна в вогні, Бандера і Бандерівщина, Київ капут. Насправді мене це не цікавить. Я ще не читала. А що цікавіше вам було почитати? Код Путіна або сверхчеловік говорить по-русски? Наверное, код Путіна. Это что-то звучит как Майн Кампф. А ну, я б не читала. Ми вообще патріоти, типу. Названия смішні. Да, чуть-чуть. Мені так кажется. Ну, ми нічого не слышали. Да. Код Путіна. Код Да Вінчі. Да. Зломаний тризубець. Ми читаємо книжок дуже багато, тому мене читати.
Але ті, кому треба, ще й як читають. Держкомтелерадіо вже склало чорний список українофобської продукції. Відтепер українські митники отримали право, перевіряючи товари, які надходять з Росії, вилучати цю сепаратистську макулатуру. Таку, де автори дозволяють собі перли типу... Діти з перерізаними горлами, з виколотими глазами. От що буде на Україні. Тобто от такі заклики до таких жорстокостей. Ну, який таких, жах. Ну, це такий, знаєте, вже на рівні тваринного інстинкту ненависті до українців. Або ще таке. Стрелков икона, стрелков знамя, стрелков центр, вокруг которого соберутся патриоты и главный патриот России – государь, так сказал Стрелков. Над ним висело фото Путина. Стрелков – опора Путина. Ігор Стрілков – російський диверсант і терорист, на совісті якого кров сотень українців. Брав участь у захопленні Криму та Донбасу. Оголошений у розшук. И моя улюблена цитатка. Я бы взял в состав России те области, которые наверняка приживутся в России. Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую. И, может быть, задумался бы брать ли Днепропетровскую. А думу він не хоче? Але мене турбує, що таке «ге» може потрапити на очі комусь, хто піддається всяким впливам зі сторони. Ну що ж, я перевірю, чи продадуть мені заборонену літературу в книжкових магазинах. Бобров? Ні. А можна якось замовити? Ні, неможливо, тому що це антиукраїнська література. Я обійшла 5 магазинів. Відповідь одна. Калашников, крах проєкту «Україна». Немає антиукраїнської літератури. І навіть немає код Путіна. Навіть принципово ми Лук'яненка не замовляємо. Це бойова фантастика, знаєте. От хіба що на ринку вам пошукати. Київ капут, або там сверхчеловік говорить по-русски. Конець проєкту «Україна». Так, ми знаємо про ці книжки, більше того, зараз жодна книгарня не ризикне у себе розташувати. Що ж, іду на ринок. Очередь не стоїть за ним, к сожалению. Довженко, Україна, вогня у мене, Боброви. Ви маєте в виду, це останнє позиція у Донбасі, що ли? Да, от це от. Я вряд ли буду забути. Хотілося б почитати. Я тут, що сама Росія сюди не пускає. На таможні. Максимум, що вдалося знайти, це Путін в наклейках. Там можна було бідарова дати, але це хтось куди там діти. А це Путін почав. Ну, ти гірі надо. Може, за четверочку давайте. І на ринку немає. Аж від серця відлягло. Але один хлопець на книжному запевнив, замовити пропагандистську літературу запросто можна в інтернеті. Я чесно спробую. На українських сайтах не вдається. Може, на російських? Так, автор у нас Лимонов. Купити його книжку. Ой, трошки не то. Скачать, читать. Навіть не знаю, що обрати. Стільки спокус. Купити. 430 рублів. Замовила. От і побачу, чи пропустить рідна митниця сепаратистську літературу. Сподіваюся, що ні, бо в Росії креатив так і пре. І коли напхані антиукраїнським змістом книги заборонили, Росія влаштувала справжню істерику. Ще 2 тижні тому в МЗС Росії відреагували уривком «Горе з розуму». Забрать всі книги би, да зжечь. А потім один за одним писателі поставили рішення Держкомтелерадіо під свій компетентний сумнів. Речь идет не о призыве к распаду украинской государственности, а о постановке диагноза. Чьего диагнозу не поточнив. Формальным поводом для запрета литературы стала якобы содержащаяся в ней, цитата, «пропаганда человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма». Именно формулировка больше всего возмутила еще одного забаненного на Украине поэта, писателя и пламенного революционера Эдуарда Лимонова. Там нет никаких оскорблений, она корректная, но такая, в общем,
Правда колет глаза. Дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот что будет на Украине. Нацисты, придя к власти, сначала книги запрещали, потом начали книги жечь, а потом они уже начали уничтожать писателей. Насправді, за рік книжкової війни перелік антиукраїнського зріс до 100 книг, але не спалили жодної. Скукатіща. Тому російські ЗМІ вигадують байки і розміщають у свій чорний список українських книг навіть невинних авторів. Ой, а тепер запретили больним лечиться. Ой, а врачам лечить больних. Ой, это еще зачем? Как зачем? Отомстить Америке, понятное дело. Ой. Заборонили книжку митрополита Андрея Шептицького, яка присвячена питанням релігії, питанням церкви. Тобто абсолютно не ідеологічна, ну, церковна література там. Ну, звісно, там написано, як правильно приймати причастя, як сповідатися. Це вже занадто. Росіянам не можна таке читати. Запрещено вообще все! Чего? Але російська творчість все-таки проникає в Україну. СБУ нещодавно виявила заборонені книги у Маріуполі і не тільки. Служба безпеки Львівської області виявила таку літературу і вжила заходів, щоб вона більше не поширювалася. Якщо ви знайшли відверто креативну російську літературу про Україну, не соромтеся. Дзвоніть Держкомтелерадіо і СБУ. Вони зроблять перевірку і вилучать заборонену літературу. Слухайте, знаю я такий один магазинчик у себе на районі, де я пару днів тому заходив, там Жириновський, Дугін, Лимонов, ну, здається, ще мемуарів Путіна там немає. Пробачте, я, мабуть, такий куплю, і в мене на дачі грубку розтоплювати нема чим. Бо в мене психіка стійка, а ті, хто це купив, ну, не дуже. Тому я подзвоню потім в СБУ, скажу, я знищив стільки-то книжок антиукраїнських. І на що ти розраховуєш? На медаль. Дякую за прекрасну історію. Ну, а якщо ви вважаєте, що абзац просто зобов'язаний порушити якусь тему, то пишіть нам на нашу поштову скриньку abzats@ukrnet. Я, власне, теж хотіла додати, оскільки на новому розпочато сезон прем'єр, і наші найвідданіші глядачі знають, що буде аж 9 нових програм, або нових сезонів тих програм, які вже були в нашому ефірі, то я можу, звісно, поговорити хіба про «Ревізор». І я хочу згадати, що в одному з найближчих випусків, та навіть в двох, ми покажемо ревізії грузинського Батумі та нашої рідної Одеси. Чому ми це вирішили поєднати? Тому що з Батумі тоді президент Грузії Саакашвілі зробив туристичний рай, та рай для туристів. Одна набережна там чого вартує, а я там була. Я подумав. Ну і, власне, тепер він взявся за Одесу, і команда «Ревізора» захотіла порівняти і побачити, чи щось вже виходить. І до чого тут Саакашвілі? Звісно, Саакашвілі і його команда пообіцяли в новому курортному сезоні відкрити для людей усі одеські пляжі. Навіть міліцейський, а це 200 гектарів прибережної зони. Ну, але вони досі закриті для відпочивальників. Чи реально в Україні на законних підставах пробратися безкоштовно до водички? Дивіться, зухвали експеримент абзацу вже за кілька секунд. Аня, я подумав, краще від СБУ премію попросити. Одесский скандально известный пляж Отрада. Ровно год назад здесь избили журналиста за попытку пройти к морю. Я отдыхающий этого пляжа. Так. Меня назвали чмо, вот это вот животное. Осторожно, она вот... Поняла? Ты что представляешь? Напомню, вода и песок принадлежит нам с вами. Никто не имеет права брать деньги за отдых на берегу или не пускать вас на территорию. Изменилось ли что-то в Одессе в этом году? Беру надувной розовый матрас и прямиком шурую на то же страшное место. Что? Ну, сюда, на море. Какие билеты? Минуточку. Но у меня же своя подстилка и матрас. Мне платные услуги не нужны. Почему я не смогу расположиться? Проход в море свободен. Никак не расположение. Расположение вот. Здесь уже находится торчание. Фух. Хоть кулаки не распускают. Настаиваю на своем. Я по закону имею полное право расположиться возле воды. Нет, расположиться.
Остановиться вы не можете. Почему? Это ваша частная собственность. Это арендовано. Но закон на моей стороне. Конституция Украины, статья 13. Я имею полное право. Все водные ресурсы принадлежат народу Украины. Вот он, а мы песок сеем, вытираем, чистим. Мы кому-то на озеро с ним собираем. Там, где вода есть, нет, по закону вы не имеете права. Делаю ноги в сторону моря. Заодно проинспектирую пляж. За что все-таки берут целых 60 гривен? И на берегу меня ждал шок. И вот это получается, люди здесь чистят море от водорослей. Так тут полный берег воды. Фу! Это же не пляж, а настоящий зеленый гадюшник. А люди купаются. Бррр, боже, да тут еще прям на песочке. Насекомые. Это же колорадский жук. На пляже. Ты должен быть с картошкой. Вы посмотрите, какая грязь, везде водоросли. Но все-таки закон на моей стороне. Я отдыхала бесплатно. А те, кто закона не знает, платят 60 гривен. Не стоит этого делать, друзья. Пляж номер 2. Аркадия. Тут-то меня точно пустить не должны. В прошлом году нас здесь чуть ли не вытолкали. Тут такие правила, понимаешь, Зака. Сейчас мне будут делать беременную голову, операцию. Итак, внимание, прохожу охрану, спускаюсь вниз, мимо бассейна и прямиком на пляж. И, к моему удивлению, меня ждал полный игнор. Вот только что пришел молодой сотрудник и даже не предложил мне шезлонг. Или с руками, действительно, уже можно отдельно взять. Я просидела на пляже полчаса, и никто так и не подошел. Ну что ж, считаем, что тут со своим, по крайней мере, матрасом можно. Направляюсь в третий платный пляжный комплекс. И тут та же картина. Администрации на меня пофиг. Прошло как минимум 45 минут, и ничего, никто не пришел. Но это я смелая, а люди побоятся свои законные права отстаивать. Хотя владельцы комплекса вообще не имеют права преграждать доступ к воде. Как это сделали здесь? Весь песок закрыли деревянной платформой. А где людям лежать? Интересно, что думает об этом губернатор? Ведь месяц назад Саакашвили уже снес забор, который преграждал выход к Чкаловскому пляжу. Они не имеют права прямо на пляже строить понтоны, занимать площадь прямо на пляже. Это все принадлежит народу Украины. Они застроили это все и заставляют людей платить деньги за то, чтобы отдыхать там, загорать. У нас нет никаких неприкасаемых. Однозначно. Как вы можете повлиять на это? Я их заставлю. Я могу только заставлять. Что ж, на одесские платные пляжи я так и бесплатно прошла. А как с этим обстоят дела в других городах? Эх, Лена, нам бы такие пляжи! Харьков студенческий город, но попасть на местные пляжи молодежи просто нереально из-за непомерных цен, которые с бухты-барахты установили самозванные хозяева водоемов. А зачем мне платить 35 гривен, если, в принципе, я не пользуюсь никакими услугами, кроме того, что мне нужно просто подойти к воде? И я не понимаю, почему, если это положено по закону, законом это разрешено, мы не можем туда попасть. То есть... Я добьюсь справедливости. Для начала вместе со студентами пробуем просто пройти к водичке. Но не тут-то было. К воде просто хотим. Я приеду, пожалуйста. А за что билете? Вы надолго идете? Ну как? Знаете, вы тут работаете, вы можете не знать, что это незаконно брать деньги за то, чтобы просто подойти к воде. Шезлонг нам не нужен, ничего. Первые препятствия проходим с боем, но это еще не все. Через 100 метров пятеро спортивных ребят просто перекрывают нам дорогу. Запиши на пляж. Ну, я хочу вас послушать. О чем вы хотите послушать? Слушайте, о чем я хочу послушать. Вы хотите нас послушать? Ну, конечно, да. А что вы хотите услышать? Я охранник, хочу просто с вами пообщаться. Настроение явно будет испорчено, пока он дойдет, так, наконец, до воды. Пообщается с этими ужасными странными людьми, которые... Охрана ни на шаг не отстает. Мы располагаемся на берегу, и они рядом. А вы будете нас сопровождать? Я не хочу повысить. Да, ну, правильно, да. С нас, не переставая, выбивают деньги
за то, что мы просто подошли к реке. Чего вы сюда идете? Вот идите на тот пляж, где нет этого сюда. Вода. Общенародное достояние в любом месте. Ну, я тебя понимаю. Так вон так там все. Вода. Мы же не забрали всю воду. Да, стоп, ваша позиция, ну, идите куда-то, потому что здесь нарушается закон, он дальше будет, да? Да. Нарушаться. Вот вы по законодательству так и так. Вы только одно вызубрили и все. Больше ничего не можете. На самом деле, сами не хотите в грязи там приваляться. Да. Приходите сюда и навязывайте свою какую-то дебильную фигню, как сюда пройти бесплатно. Закон. Украинский закон. Дебильная фигня. Вы называете украинский закон дебильной фигней. Вода должна быть доступна. Береговая линия не может быть. Почему у вас именно? Мы же воды никак не занимали, нет. Ничего, не лезем на наши зонтики платные, ничего. Мы с ребятами пришли и отдыхаем. Почему вы нам пришли? Да, закон здесь явно не уважают. Просто эдакий привет из лихих 90-х. У нас в Украине вроде верховенство права, нет? Кого? Право есть такое. Не слышали? Я не юрист, я не... Платите за доступ к реке или идите куда подальше. Приходят же все новые и новые охранники, которые подпрягаются к травле нас. Понимаете? Возвращаемся ко входу. Я пытаюсь увидеть хоть какие-то документы, кто и на основании чего здесь установил таксу за проход к естественному водоему. Ну вот, 35 гривен, смотри. Бесплатный вход только, если ты родился до 45 года. Если ты участник Великой Отечественной войны, то ты заслужил скидку 10 гривен на вход, 25 гривен. То есть, то, что на самом деле бесплатно, участникам Великой Отечественной продают за 25 гривен. Документы так никто и не показывает. Поддержать охрану выходит вот этот мужчина. Позже я таки выясню, что он администратор пляжа и всем здесь руководит. Но сейчас мне говорят... Он посетитель, постоянный клиент. Так называемый постоянный клиент ничего плохого в том, что нас преследует охрана, не видит. Да, вы понимаете, что преследование людей. Это не преследование. Преследование, нет. Да. Это просто смотрят, чтобы вы не пользовались ни лавочками, ничем не пользовались. Вы если вы приходите бесплатно сюда на целый день отдыхать, 35 гривен платите и пользуетесь всем бесплатно. Да на лодках катаетесь. Да хоть несколько туалет... суток я буду отдыхать. Я имею право делать это бесплатно. Сколько бы я не хотела отдыхать? Это же естественный водоем. Крепкие орешки. Самой с ними не совладать. На место зову представителей горсовета. Думаю, тогда эти пляжные вымогатели заговорят по-другому. Катю, поки ти чекаєш на представників міськради, я теж піду на платний пляж. Озеро Винниківське – найпопулярніше серед львів'ян. Вхід туди коштує 15 гривень. Але я платити не збираюсь. Добрий день. Добре. Я тільки до озера. Я тільки скупусь і вийду. Не можна, дівчата, в нас вхід платний. Я скупаюсь і вийду, і все. Ні, ні. Чому вийду платний? Я можу говорити адміністрацію? Будь ласка. Хто? Ви адміністратор? Чому я не можу покупатись водою? Тому що бюджетно. Але згідно Конституції, стаття 13, водні всякі об'єкти належать народу України. Належить, якщо вони не в оренді. Здається, Конституція тут нікого не колише. Але перешкоджати мені пройти до озера вони точно не мають права. Коротше, я йду покупаюся, я швиденько не прийду. Я вас прошу. Давайте не мені. Жінка, як професійний бодігард, перекрила вхід і ні кроку з місця. Мені нічого не залишалось, як наступні 10 хвилин повторювати. Озеро належить людям. Ну давайте так, щоб я не проривалась. Ну, дівчина, чого ви маєте проривати? Ну, озеро ж не копав ваш директор. Ох, дівчатки, у вас настоящая війна з пляжними окупантами началась. А я уже в Києві і йду перевіряти одно із самих чистих озер в селі Горінка. Чому-то з некоторого времени тут вход став платним. В смысле, каса? Я на пляж. Вход у нас стоит 75 гривен с человека. Подождите, я хочу пройти на пляж к воде, к берегу. Бесплатный пляж вам напротив. Но я хочу сюда. Человек может купаться там, где ему нравится. Показываю Конституцию, а им пофиг. Леша, не возьми с собой администратора. Вот и начался психологический прессинг. Я охранник, я старший охранник. Алексей меня зовут. Алексей, хотите, я вызову милицию, мы вместе разберемся. Я с удовольствием вызову и
если вы не хотите действовать по закону Украины. Только я заговорила про представителей правоохранительных органов, сразу хвост поджали. Рыльце-то в пушку. Ну что ж, позвали администратора, и никто не идет. Все-таки, наверное, закон действует. Что, жду грозную администрацию пляжа, чтобы вызвать полицию. Лена, я наконец-то дождалась представителей городского совета. Подаю. Стоимость билета, единый входной билет, 35 гривен. Какой да. может быть входной Объясняй. Билет, если мы не вот пользуемся услугами? Я считаю, и это будет правильно, если вы напишете вход к воде любому харьковчанину, любому гражданину Украины бесплатный. Хорошо. Когда вы повесите объявление о том, что вход на самом деле бесплатный, если вы не пользуетесь услугами? Ну, я думаю, на выходных повесим. Сегодня им не разрешат беспредельничать. А это беспредел. Это беспредел, который прикрывают. Мы с этим сегодня уже боремся. Вход на пляж бесплатный. Пока здесь готовят соответствующие таблички, я оставлю временные. Такие объявления расклеиваю здесь повсюду. Охрана больше не спорит. Людей пускают бесплатно. Бесплатно можно, да, конечно. И теперь всегда будет так. Ура! Справедливость восторжествовала! А вот у меня, похоже, ситуация какая-то неясная. Ко мне так и никто и не пришел. Может, решили не связываться? Люди, знайте, 70 гривен вы платить не должны. А сейчас тяжелая артиллерия. С этим пляжем мы боролись долго. Голубое озеро под Киевом. Вот что тут было в прошлом году. Уберите камеру. Подожди, что ты орешь? Руки убрал от камеры. Руки убрал от камеры. Подожди, что ты орешь? Нормально разговаривай. А месяц назад, после скандала с участием всего состава абзаца, нам обещали, что вход отныне для всех свободный. Если люди захотят просто на песке и воде, то... Пожалуйста. Поскольку и меня, и Сашу Джусупова там узнают, и эксперимент будет нечистым, инспектировать пляж отправился мой коллега Антон. До меня дошли слухи, что опять начали брать плату за вход на Голубое озеро. Поэтому я проведу эксперимент и перейду туда с полотенчиком поваляться на песочке бесплатно. На входе вижу табличку. Жителям Подгорцев, ветеранам и, внимание, премьер-министру вход бесплатный. Ну а мне что же, платно? Прохожу, расстилаю подстилку. Ну что, прошло 20 минут, у нас никто не обращает внимания. Есть какие-то работники, которые, по-моему, делают асфальт. Антон, это не может не радовать. Похоже, многое изменилось. На платных киевских пляжах бесплатно отдыхать можно и даже нужно. Лена, а мені довелося 10 хвилин переконувати жінку-бодігарда, що пляжі належать людям. І мені це нарешті вдалося. Юху! Ведіть, але ви знаєте, що озеро теж в оренду дали. Не без шуму, але мене таки пропустили на озеро. Ось воно. Цікаво, а чи спробує мене звідси хтось вигнати? Купаєш і ніхто за мною не слідкує. Ускладнюю завдання, буду засмагати. За легендою, я ж попросилася тільки скупатись. Вже хвилин 10 лежу і ніхто не підходить. Навіть в роздягалку зайшла. Не можна. І просто походила пляжем. Нічого. Что ж, девочки, похоже, эксперимент удался. И на всех пляжах Украины, от Киева до Одессы, от Харькова до Львова, можно отдыхать бесплатно, если вы знаете свои права.